Солнце, печь, ветронос, гидродинамический нагреватель. Свои энергосберегающие проекты представили карагандинские изобретатели на первом региональном форуме G-Global «Мир 21 века». Это не только площадка для демонстрации последних зеленых достижений. Форум еще и интерактивная платформа для популяризации всех глобальных инициатив Казахстана. В работе форума приняли участие 800 человек. Здесь же была презентована книга Нурсултана Назарбаева «G-Global. Мир 21 века». К слову, место проведения форума выбрано не случайно. Именно в Караганде на базе агротехнического колледжа действует первый центр распространения зеленых технологий. Три победителя конкурса онлайн-экспо также карагандинцы. Есть вот эти хорошие наработки, которые уже сегодня могут помочь развивать зеленый бизнес. Сегодня социальные объекты Казахстана имеют колоссальный инвестиционный ресурс. Они могут служить драйвером экономики, чтобы те предприниматели, которые занимаются зелеными технологиями, они могут работать не на склады, а работать на модернизацию.